Несмотря на некоторое затишье, обстановка в американском городке Фергюсон остается напряженной. Массовые уличные беспорядки стали реакцией общества на решение суда присяжных не возбуждать уголовное дело против полицейского, который застрелил здесь чернокожего юношу. И семья убитого молодого человека, и президент страны Барак Обама призвали митингующих к спокойствию и к мирному выражению своего несогласия. Если кто-то считает, что случай в городе Фергюсон – это повод для хулиганства на улицах, то я с такой позицией резко не согласен. Я не сочувствую тем, кто готов разрушать собственную общину. Но в то же время я отлично понимаю то подавляющее большинство людей, которые испытывают разочарование и боль под впечатлением, что с некоторыми общинами обращаются несправедливо, а отдельные члены этих общин рассматриваются как менее достойные граждане. Впервые после оглашения судебного вердикта перед журналистами появился офицер полиции Дэрен Уилсон, который поделился своей версией убийства Майкла Брауна, рассказав, как он защищался от него, сидя в машине, а когда понял, что Браун не намерен отступать, стал стрелять. После убийства Майкла Брауна американцы на улицах многих городов выражали свое возмущение по поводу расового неравноправия в стране. Вслед за оглаской решения суда уличные протесты переросли в беспорядки и ярость в отношении полиции. Для предотвращения разбоя и мародерства в Фергюсон были введены федеральные войска.